Овен. В этот день могут стать более прохладными ваши отношения со старшими людьми, постоянными партнерами и оппонентами, шефом или официальными лицами. Не исключены проблемы в браке. Позитивные изменения с большой вероятностью будут касаться дома и семьи. Телец. Сегодня у вас обязательно появится повод для оптимизма. Возможно, он будет связан с позитивными изменениями в семейной и родственной среде, с ростом вашей популярности или улучшением материального положения. Проблематичными могут оказаться такие сферы, как лечение, исполнение обязанностей, общение с начальством и коллегами. Близнецы. Сегодня звезды советуют вам не распылять средства на мелкие расходы и не гнаться за несущественной выгодой. Старайтесь мыслить дальновидно и стратегически. Если вам предстоят большие расходы, подумайте, за счет чего вы сможете сбалансировать финансовую ситуацию. Рак. Сегодня далекие друзья могут понимать ваши потребности гораздо лучше, чем близкие люди и непосредственное окружение. В течение дня не исключаются бытовые неурядицы, непростые отношения с родителями и препятствия к профессиональной самореализации. Лев. В этот день не стоит рассказывать о своих планах всем и каждому, заранее открывая все карты. Подобная доверчивость нанесет вред и вашему имиджу, и вашим делам. Советуйтесь лишь с теми людьми, которых глубоко уважаете и на которых не боитесь всецело положиться. Дева. Сегодня стоит отдать предпочтение вопросам стратегического планирования. Не закрывайте глаза на неизбежные внешние преграды, с которыми сталкиваетесь при попытке реализовать свои надежды. В то же время не забывайте ценить хорошие возможности, позволяющие вам расширять кругозор или повышать уровень благосостояния. Весы. Сегодня вы не застрахованы от деловых неудач и можете столкнуться с непреодолимой преградой на пути к реализации своих планов. Не исключено, что истинной причиной провала окажется стратегическая ошибка, допущенная вами в прошлом. Чтобы исправить положение, вам может понадобиться чужая помощь или дополнительное финансирование. Скорпион. Сегодня дух авантюризма может соседствовать с тайными обоснованными опасениями. В это время вам лучше прислушаться к своему внутреннему голосу. Не отказывайтесь от блестящих шансов, но и не забывайте вовремя подстраховаться от возможных неприятностей. Стрелец. И выгоды, и потери в это время могут принимать внушительные размеры. Возможен удачный поворот событий в делах, связанных с получением наследства, оформлением кредита, уплатой налогов, разделом или слиянием семейного имущества. В этих сферах риск будет оправдан, а результат может превзойти ваши ожидания. Козерог. Сегодня удачные шансы, даруемые судьбой, соседствуют с коварно подстроенными ею же ловушками. Взаимное понимание между вами и другим человеком может быть разрушено из-за кардинальных разногласий. Чтобы минимизировать риск разрыва, основывайте диалог на общности убеждений и взаимной заботе. Водолей. Сегодня примириться с рутинными хлопотами поможет получаемое от них душевное или моральное удовольствие. Сделать что-то для близких вам будет приятно, зато приказы начальства могут вызывать сильное раздражение. Если вам дорога карьера, выполняйте все обязанности одинаково добросовестно. Рыбы. В этот день вам обеспечены позитивные эмоции, связанные с отдыхом, родственным общением и любовными контактами. Возможно, у вас появится очередной повод для гордости своим ребенком. У вашего таланта или креативной идеи могут найтись новые поклонники или спонсоры.